Вопрос дальнейшего развития, дальнейшего проектирования генплана города. Архитектор Безлаковский. Вопрос. Вообще, что с транспортом? Как достичь этой территории в вашей концепции? Сейчас объясню. В нашу концепцию непосредственно улица Металлистов вообще не входила. Мы разрабатывали территорию завода, но мы шагнули дальше. Концепции мы думали всячески, даже если посмотреть на генплане, даже транзитную парковку мы предусматривали, которая вообще за пределами территории. Транспортом здесь действительно большая проблема. Пришли к выводу на европейских аналогах, что единственный вариант сохранения улицы Металлистов, то есть она остается в будние дни транспортным, как и есть, да, потоком, а выходные это перегораживается или вне массовой гуляния. Проезд перегораживается временно, потому что с парковками, к сожалению, здесь проблема. Да? То есть, и возможно только как по нормативам положено обеспечить парковку инвалидов, да, маломобильной группы и населения, и туристический транспорт. И мы пришли к выводу, что для туристического транспорта, для автобусов парковки в историческом ядре, в общем-то, не найти, поэтому транзитные варианты, они разгружаются, туристов высаживают там в парковку маркированно. Значит, подключайтесь плотно к разработки проектов, пожалуйста. Все, соответственно, архитекторы, которые, общественники у нас тоже могут подключиться к этой работе. И город тоже, Евгений Васильевич. Надо, чтобы подключался. Не, ну общались, не общались, но вопрос был задан, что была проработка набережной. То есть почему здесь не показали то, что было проработано. Да? То есть, может быть, люди по второму разу одно и то же переделывают. Поэтому вы, главное, не только что общаетесь, а все-таки что-нибудь на гора выдавайте из вашего общения. Хорошо?